Всем доброго дня, с вами Наталья Еременко и канал «Мышиные закрома». Сегодня я хочу вам показать, как правильно записывать видео Reels в Instagram. Открываем нашу страничку Instagram, ищем Reels, любые, да, итак, вот у нас какое-то здесь видео идет, значит, наверное, это Reels. Выходим на эту страницу Reels. Листаем их, во всех странах мира. И выбираем тот, который нам нужен. Вот который, допустим, этот, да? Понравился он нам. Теперь в нижнем правом углу у нас значок идет, картинка. И она как сердце бьется, и от нее значки музыки идут. Нажимаем на нее. И перекидывает он нас на вот такую страничку. Вверху в шапке написано «Сохранить аудиодорожку». Мы нажимаем на нее, она у нас сохранилась. Теперь нам нужно отсюда выйти. Опять внизу, как вы выходите отсюда, да, стрелочка какая-то, обратно. Все, мы сохранили эту аудиодорожку. Все, выходим на свою страницу, на обычную. У нас эта музыка сохранена. Теперь в правую сторону смахиваем экран. Внизу у нас здесь вот написано, смотрите, внизу у нас написано здесь, что опубликовать, и история, и Reels. Мы ставим на Reels, белым высвечено. Reels. Теперь в левом нижнем углу у нас стоит синий плюсик с квадратиком. Нажимаем на него. И нас перекидывает в нашу галерею. Мы выбираем то видео, которое мы предварительно записали на нашу камеру. Вот я выбрала наше видео. Оно у меня начало загружаться. Слева у нас сбоку значок ноты музыки. Да? Нажимаем на нее. И нас перекидывает вот на такую страничку, где всякие вот эти музыки. Да, музыки, звуки. Если у вас сохраненного не было, значит, теперь у вас здесь вот с флажком вверху в шапке есть сохраненное. Там тот звук, который вы сохранили из какого-то рилса, когда просматривали. Мы нажимаем на сохраненное и ищем здесь ту дорожку, которую мы сохранили. Если вы ее только что сохранили, она у вас будет в самом верху. Я ищу свою дорожку для своего видео. Я знаю, как оно выглядит. Сейчас я найду. Вот она. Я сейчас ее включу для прослушивания. Так. Почему-то звук у меня. Вот, блядь, не спрашивай. Все, я выбрала. Я так удобно тот, лежать. Который мне нужен. Блядь, если лежу, значит, наверное, удобно. И теперь нажимаю на надпись. Ну, я ж не знаю, надпись, я спрашиваю. Да? Ну, вот, блядь, вот, и не спрашивай. У меня написано здесь, так тебе удобно лежать? Я так удобно всё. Лежать? Ну, блядь, если лежу, у нас значит, это наверное, видео, ну, то есть знаю, этот звук спрашиваю. Начал загружаться, ну, блядь, в наш Инстаграм, к нашему видео. В правом верхнем углу галочка. Нажимаем ее. Я так удобно лежать? Сейчас я вот это уберу. Так, нажали. Я так удобно лежать. Ну, все, у меня этот звук присоединяется к моему видео. Смотрите. То есть у меня сейчас видео еще идет, а звук уже закончился. То есть все, не хватило его. Я так удобно лежать. Смотрите. Ну, блядь, если лежу, значит, наверное, ж удобно. Ну я ж не знаю, я спрашиваю. Ну вот, блядь, и не спрашивай. Видите? То есть видео еще идет у меня, а звука уже нет. Значит, с правой стороны вот эта полосочка внизу, которая бежит, такая вот, потрогайте пальцем, она двигается, флажочек вот этот вот. То есть вы... Я так удобно лежать? Слушайте. Ну, блядь, если лежу, значит, наверное, удобно. Где заканчивается? Ну, я ж не знаю, я спрашиваю. Ну, вот, блядь, и не спрашивай. Вот где закончился, вот туда и подвигаем этот флажок. Вот так. Я так удобно значит, лежать? Всё, я ну, блядь, если лежу, вверху, значит, наверное, удобно. Вверху, я ж не знаю, справа. Ну, у нас слово «добавить» в правом верхнем углу. Нажимаем. Теперь внизу у нас такой есть овал. Написано «предпросмотр». Нажимаем его. Я так удобно лежать? Ну, блядь, если лежу, и прослушиваем, и прослушиваем. Ну я ж не знаю, я спрашиваю. Ну вот, блядь, и не спрашивай. Все, закончился. Внизу слово «далее». Нажимаем его.
Вот такое меню у нас открывается. Вверху нужно подписать его. Подписываете, ну, что, либо свою фамилию, имя или ник, вот, или название. Я, честно говоря, с этим тоже еще не очень поняла, потому что то, что я пишу, у меня не отображается почему-то на видео. Вот, ну, я подписываю пока вот так, Наталья. Наталья Еременко. Так, и называю его. Васе так удобно. Вот так. Напишу Василию. Василию так удобно. Все. Написала. Внизу слово синяя кнопка «Поделиться». Идет публикация. Женщина, она не так, как мужчина подходит к бизнесу. Мужик, пока он же... оно так удобно лежать? Пока будет публиковаться. Ну, блядь, я сележу, значит, наверное, удобно. Так, ну, вот, я не знаю, как пошел только звук. Вот, блядь, я не спрашиваю. Тебе так удобно лежать? Ну, блядь, если лежу, всё. Значит, наверное, удобно. Значит, оно уже опубликовано. Ну, я ж не знаю, я спрашиваю. Ну, вот. Теперь проверяем. Заходим к себе на страничку. Видеоролик у вас записывается, вот, ну, остается в вашей сетке профиля. Вот он. Когда он вам здесь будет не нужен, если он портит вашу картинку основную, да, вы всегда можете, вот, нажав на него, правую кнопку, так, сейчас, как-то его можно перенести. Как-то его можно перенести, поделиться, убрать из сетки профиля. Вот вверху справа три кнопки. Три точки. Вот здесь убрать из сетки профиля. Вы можете на нее нажать, и это видео у вас перекинется во вторую вкладочку вот сюда, где у вас только видеоролики, где рилсы. Все на этом. Надеюсь, кому-то это пригодится. Пишите свои смешные видеоролики. Всех целую, всем пока. Удачи!